Відмовили у компенсації. Анестезіолог Дмитро Макаров працював із пацієнтами з коронавірусом в обласній лікарні імені Мечникова. Він і сам перехворів на COVID-19. Утім, коли Дмитро звернувся за компенсацією від держави, йому відмовили. У документі йде мова, що цей нещасний випадок не пов'язаний із роботою Дмитра і не має підстав для фінансової компенсації. Лікар, у свою чергу, готується позиватися проти фонду соціального страхування за несправедливий висновок. Дело ведь не столько в деньгах, сколько в том, что огромное количество людей, они вложили свои силы и свои ресурсы в оказание помощи больным с COVID-инфекцией, начиная от администрации государственной, областной, администрации клиники, да, главного врача, его заместителей, и заканчивая огромным количеством людей, которые привозили еду и воду, всячески как бы помогали нам. И, ну, дело в том, что после этого нашелся человек, который сказал, тебя там не было. Ну, как бы вот. Есть заключение профпатологов, есть акт расследования острого профессионального заболевания, где в себе признано, что это случай, связанный с производством, после чего к нему пришито отдельное мнение эксперта, где написано, что поскольку пострадавший не был задействован в оказании помощи больным COVID-инфекцией, как бы не был и не был, и все. Честно вам хочу сказать, на примере нашего Дмитрия Макарова, я понимаю, что таких сотни, может даже тысячи в нашей стране. Однозначно можем сказать, что систему оказания помощи и выплат через Укрсострах надо менять. А вот такой товарищ Аксенко, который пишет такие заключения, не изучив ситуацию, хоть на денек должен быть заброшен такое отделение, посмотреть, какие там сложные больные и насколько им сложно оказывать помощь. Як потім повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, страхового експерта, який відмовив Дмитру Макарову, вже відсторонили від роботи. Документи переглянуть, лікарю нададуть компенсацію.